К вам обращается губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Добрый день, дорогие друзья! Искренне рад всех вас приветствовать на открытии Дней Псковской области в древнем, красивом и светлом городе Витебске. Скажу от всей витебской земли, от всех витебчан. Сегодня мы реально пишем еще одну страницу нашей совместной дружбы. Я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы приехали. Выразить благодарность, что вы частичку псковской земли, частичку своей души и сердца привезли сегодня в Витебск. С праздником, дорогие друзья, с праздником дружбы. Землях появился